Нерюнгри посетил депутат Государственного собрания Илтумен Александр Сусоев, известный как один из самых молодых политиков, который был избран народным депутатом в возрасте 29 лет. В столице Южной Якутии он встретился с молодежным активом с целью личного знакомства и обмена мнениями. Галина Якимчак продолжит. Встреча с народным депутатом состоялась в конференц-зале филиала СВФУ. Мероприятие оказалось интересным не только для молодежи, но и для представителей городской администрации и районного совета депутатов. В ходе беседы Александр Сусоев рассказал о себе и поделился опытом. В свою очередь, нерюнгринцы задали немало волнующих их вопросов. Основные проблемы – это рабочие места, место жилья. Вот это самые основные проблемы, которые необходимо решить. И государство со своей стороны должно помогать им. Нерюнгринская молодежь также выразила и беспокойство по поводу трудоустройства в родном городе после окончания высших учебных заведений. Касается это и целевого обучения. Я пришла в наш военкомат, хотела поступать на высшее военное по целевому. Но, к сожалению, мне сказали, без проблем, тебе оплатим учебу, но работать здесь будет негде. Помимо данного вопроса, активистов Нерюнгри волнуют и законодательные основы, наделяющие такие молодежные организации, как молодежный парламент, полномочиями. Молодежный парламент, молодежное правительство и прочие органы взаимодействия общества, молодежи и власти, они на сегодняшний день не имеют никакого официального правового статуса. То есть они сейчас на птичьих правах, можно сказать, точно такие же общественники, как и все остальные. В ходе встречи обсуждались и более глобальные вопросы, такие как привлекательность республики для молодых кадров, а также были затронуты темы самореализации в творчестве и возможности карьерного роста. Александр Сусоев постарался ответить на все интересующие вопросы и обсудить с присутствующими возможные варианты решения данных проблем. Очень хорошо, что к нам приехал вот именно этот человек, потому что его можно ставить в пример всей молодежи. Человек сам себя создал, человек своим трудом, семья ему помогает, он сам стал депутатом Илтумена, законодательного собрания. Это достойно примера. Большинство законодательных инициатив Александра Сусоева касаются именно молодежи, детства и юношества. Да и его самого еще можно отнести к разряду молодых специалистов. Этим он и заинтересовал нерюнгринских активистов. И именно поэтому встреча прошла плодотворно. Галина Якимчак, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.